четверг в Самарской области ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха останется на прежнем уровне. Днем минус 1, минус 3 градуса, ночью 7-9 ниже 0. Ветер южного, юго-восточного направлений, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани безоблачное небо, днем минус 2 градуса, ночью минус 9. Ветер юго-восточный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем минус 1, ночью 7 градусов ниже 0, ветер южный 2 метра в секунду. В Самаре ясная погода без осадков. Температура днем 2 градуса ниже 0, ночью до 9 мороза. Ветер юго-восточного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.